Этот танец олицетворяет саму жизнь героев. Евгений Иванович и Тамара Ильинична разучили его к сапфировой свадьбе, которую отметили недавно. Супруги Головизнины женаты 45 лет, из которых последние годы с головой ушли в свое увлечение – спортивные бальные танцы. За 7 лет хореографической карьеры пара выступила на многих площадках и в различных концертных залах. Говорят, хобби, которое переросло в профессиональное занятие, сблизило супругов. У нас больше общих интересов стало, в общем-то, общее переживание. То есть это намного укрепляет семейные отношения. Да, позиция виз, голова и раз. Два раза в неделю с парой занимается тренер спортивно-танцевального клуба «Эльдорадо» Алексей Насонов. Но сейчас Головизнины, как признаются сами, уже танцуют не для спортивных побед, для себя. Танец помогает людям мудрого возраста быть всегда в хорошем расположении духа и физической форме, даже если запутался в па. Они очень ответственные люди, они люди очень скрупулезные, поэтому им очень важно не просто станцевать качественно, хорошо и правильно, а им важно еще и не ошибаться. Я знаю немного пар таких, а вот именно пара именно в такой возрастной категории, она единственная в Иркутской области. Ближайшее выступление Евгения и Тамары Головизниных состоится уже через неделю. На паркет выйдут спортсмены со всего Братска и окрестностей, и наши герои станут украшением танцевального вечера. Татьяна Бакулина, Илья Абрамов, Новости БСТ.